Так, жители Барнаула делают город более защищенным от возгораний. По всей краевой столице проводят противопожарные субботники. Это работа, связанная с тем, чтобы не допустить распространения ландшафтных пожаров, в первую очередь, и пожаров с той территории, где есть захламленные участки, на частный сектор и на другие объекты города. Субботники, которые мы будем проводить в осенний период, они в большей степени будут влиять на пожарную обстановку весной. Косят и убирают сухую траву, обрезают ветки деревьев, создают противопожарные полосы и вывозят мусор. В Барнауле таких субботников запланировали более чем на 20 крупных участках. Работы уже провели в Затоне, Лебяжьем, части Ленточного Бора, на некоторых улицах Власихи, Ганьбы и Новоселикатного. В центральном районе занимаются преимущественно нагорной частью города. Это улицы Лепедевского, 6-я Нагорная, Тихонова, проезд Канатный и береговая линия реки Барнаулки в поселке Кирово. Участвуют в субботнике у нас 300 человек или 14 организаций. Также привлечено 3 единицы техники. Это у нас 2 самосвала и 1 погрузчик. То есть весь собранный мусор у нас будет вывезен на городской полигон по приему твердых коммунальных отходов. В субботниках принимают участие волонтеры, городские предприятия и организации, студенты учебных заведений, жители города. Призываем всех жителей города, предприятий, организаций присоединиться к противопожарным субботникам и снизить пожарную нагрузку наших домовладений, наших объектов. Добавим, весь октябрь в Барнауле будет проходить традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. А общегородской субботник запланирован на 18 октября. Юлия Щепина, «День с толком».